У акул во рту может находиться, опять же, в зависимости от вида, от 2000 до 6000 зубов. Зубы у них бывают 2, 3 и даже в 5 рядов. Зубы у акул и у крокодилов тикодонтные. Если они у них выпадают или ломаются, они у них вырастают, восстанавливаются снова. Акулы, пираньи, обитатели коралловых рифов, пингвины, нерпы. Сегодня экскурсанты узнали много подробностей об этих жителях аквариума. А еще пожилым сочинцам рассказали, почему плачут крокодилы, зачем моржам в него воле удаляют бивни и что рыбка-солдат свое название получила за красный окрас. Эта экскурсия настолько обаятельна, что здесь не знаешь даже, куда смотреть и что слушать. Большое спасибо, что вы нас не забываете и проводите с нами такие великолепные мероприятия. Мне делать-то нечего, так что сходить куда-то посмотреть, полюбоваться, это я люблю. Для разнообразия, для народа это, конечно, хорошо, для стариков. В преддверии 9 мая ветераны, участники войны, труженики тыла успеют посетить и дачи Сталина и Барсова, Тисо-Самшитовую рощу, дендрарии. Сегодня их ждут в органном зале на концерт русского сувенира. Скучать, отмечают городские власти, поколению победителей не придется. На протяжении 2014-2015-2016 году мы продолжаем цикл таких мероприятий. Они очень нравятся нашим ветеранам. Это дает возможность им посмотреть и увидеть то, чего они когда-то не увидели. У них не было возможности в молодости посмотреть эту красоту. Сейчас мы предоставляем им эту возможность увидеть своими глазами, прикоснуться к тому, чего они были лишены. Помимо развлекательной программы, для этой отдельной категории пенсионеров запланирована и программа оздоровительная. По инициативе главы города каждого желающего примут местные санатории. Первые 29 человек уже сегодня заселились в Хостинскую здравницу. Акция в честь празднования 9 мая продлится до конца года, поэтому ветераны еще могут внести и свои предложения по программе празднования. Все мнения и пожелания организаторы обещают учесть. Сегодня же экскурсанты получили не только новые впечатления, но и подарок в виде диска с фильмом об обитателях аквариума. Инга Габиша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.